Украшусь, с вами Светлана. И сегодня у нас распаковочка заказа Avon. Сразу по цвету волос, потому что были вопросы. Красилась краской Faberlic Expert Color 8.1. Не стала рыжей, не стала 8.1 однозначно. Но стал красивый такой карамельный цвет. Вы знаете, я такого эффекта и ждала. Прям вот карамельный, на кончиках немножко посветлее. И не темный вроде как, и не совсем светлый. Поэтому вот то, что я хотела. В следующий раз, если будет в каталоге Avon во втором, обязательно возьму 8.1 красочку от Avon. Потому что она мне нравится гораздо больше. Эффекта красивых, только что покрашенных волос, блестящих, держится гораздо дольше. Она вообще мне понравилась по всем параметрам. Ну, давайте приступим, собственно говоря, к распаковочке. Я еще ничего не открывала, упаковочка закрытая. Начинаем. Вот сама посылочка. И сейчас посмотрим. Вы знаете, мне всегда приходят, кстати, очень хорошо упакованные посылки. Самый первый мой заказ был шампунь, только детский был отколот, немножко упаковка... Ну, скажем так, повреждена, но не критично, ничего не пролилось. А во всем остальном как бы все нормально. Склад Москва. Еще фактура, не мятая, как бы вот, смотрите, с перегородочкой. Все очень достойненько, прям упаковано. Давайте будем первое, смотреть. Первое, что мне попалось под руки, это новинки. Новинки пена для ванн. Это у нас цветок лотоса и пион. Здесь 250 миллилитров. Сама бутылочка очень симпатичная. Вы знаете, если на подарок кому-то, она такая вроде как маленькая, но в то же время здесь хороший объем. Так, крышка у нас откручивается просто и как бы вот, ну, без дозатора, без какого-нибудь. И пахнет очень классно. Как какой-то парфюм напоминает прям вот очень сильно с пионом. Какие у нас есть парфюмы? Нежный аромат, не бьет в нос. Не сильный, для тех, кто любит вот такие нежные, цветочные, деликатные ароматы, мне кажется, очень понравится. Потрясающе. По консистенции, смотрите сами, такая гелеобразная текстура, довольно густой продукт. Что ж, будем с удовольствием пользоваться. Второй продукт – это гель для душа Avon Senses, лимитированная коллекция. Это у нас «Любовь в цвету», здесь жасмин, лепестки и цветы, и витаминный комплекс. Ничего себе, тоже 250 миллилитров, но смотрите, как вот они рядышком смотрятся. Кажется, что это прям какая-то малышка. Ну и посмотрим, что у нас за аромат. Ой, класс, но здесь прям чувствуются нотки жасмина. Не химозина никакая, очень все достойно, натурально. Очень весенний, классный аромат, вообще потрясающий. К дню Святого Валентина, да, к 14 февраля, к 8 марта, мне кажется, если еще будут эти лимитки в Эвоне, я обязательно возьму подружкам там, да, подарить или родственникам кому-то. Классно пахнет, очень классно, цветочный, жасминовый такой аромат, очень свежий, приятный, прям по-настоящему весенний. Не класс. Смогла удержаться против вот этих вот кистей по распродаже, они были без скидки, по-моему, 189 вот это, и это прям вот 100 с небольшим, но со скидкой вышло меньше 100. А здесь у меня кисть, по-моему, для румян, вот эта вот большая, давайте посмотрим, как она выглядит. Я думала, кстати, они будут больше. Ну, красивые сами кисти, оформление, но не очень плотно набито. Я слышала подобные отзывы, что как бы такие они жиденькие, да, скажем так. Вот. Да, они не очень плотно набиты, но мне не всегда нужна такая кисточка плотная. Так, по поводу волосков. Ну, пока ни один не вылез. По поводу неровности, вот здесь только один торчит. Я вам сейчас покажу их поближе, чтобы вы понимали. Ну, кисть довольно мягкая. Сразу скажу, девчонки, у Faberlic лучше. Они, во-первых, набиты гораздо плотнее, мне кажется, раз в 10 плотнее, чем эта кисточка, и мягче. Дискомфорта никакого нет, по коже как бы, ну, проходиться нормально. Но у Faberlic можно за такую цену взять лучше. Так, и вторая кисть у меня для теней, тоже она такая красивая, здоровская. Такой должен быть, наверное, был бочонок. Здесь, смотрите, все волоски разной длины, но так вот из... общей массы ни один не выбивается и не вылезает. Мягенькая, мягенькая шерсть, хорошая, мягенькая. И вот эта кисть довольно плотно набита для растушевки теней. Мне кажется, вот очень хорошо. Мне кажется, даже можно, да, точечно где-то и консилер наносить и так далее. Хорошая кисточка, я ей больше довольна, чем эта. Это такая вот прям жиденькая-жиденькая. Смотрите, девчонки, так. Вот кисть для румян, да? Видите? Она такая прям рыхленькая-рыхленькая. Совсем. Ну, вроде как более-менее ровненькая такая, ничего. Тут только какой-то волосок, да, запаян прям. Оформление красивое. То есть пользоваться прям будет в удовольствие. Вот вторая. Вот как она выглядит. Она уже прям плотная-плотная. Ее даже тяжело с усилием приходится сгинать.
Вот. Ну, так ничего, ничего. Нормальные кисти за такую цену как бы По нормально. нашей, по-моему, новогодней акции за 200 рублей мне пришел подарочек Премьер Люкс, склад Москва. Он зафольгирован. Я даже в пробнике как бы близко не представляю и не брала, как он может пахнуть, скажем так. С этим ароматом не знакома вообще. Но слышала, что многие девчонки его хвалят. Кто-то его любит, кто-то прям хотел получить, по-моему, спа-набор. Да? Я рада тому, что пришел аромат. Мне очень интересно, как тут все прям так вот, вот прям люкс, прям люкс. Ой, флакончик какой красивый, внизу такой желтенький. Даже не представляю, чем он может пахнуть. Ой, классный, нет, мне нравится. Я уже чувствую в нем стойкость. Чувствую какую-то кислинку, чувствую грейпфрут, не знаю почему. Ну, вообще он классный. Это мой аромат, я однозначно ставлю его себе, мне нравится. Он действительно дорогой и как-то вот мне ничего Вейвен не напоминает, да? Какие-то здесь есть свои уникальные нотки. Я вот четко чувствую грейпфрут. Грейпфрут я люблю, поэтому прям вот буду пользоваться с удовольствием. Дальше, девчонки, у меня в заказе вот такая масочка арктическая, брусника. Это Planet Spa. Она была у нас по акции тоже. Я не помню, то ли в фокусе, то ли еще где. Я хотела взять и себе, потому что слышала на нее отзывы хорошие. Но поняла, что у меня так много масок в использовании, что пока повременю. Она здесь, кстати, запечатана, да, вот такой бумажкой. Смотрите, в банке вот как ее сколько. Чуть больше половины, да? Если пробовали, девчонки, напишите. У меня как бы знакомая попросила, себе я брать не стала. Энергия восстановления. Дальше из новой линейки, так, с маслом авокадо. Да, я решила попробовать маску. Маску для лица, для сухой, очень сухой кожи. У меня кожа отнюдь не сухая, но питательные маски сейчас зимой вообще никак не помешают и не повредят. Она у нас не запечатана. Вот, все вылезает прямо не зафольгированное, не запечатано. И вот такого вот зелененького цвета, да? Аромат классный, но у меня уже все пахнет люксом. Давайте попробуем. Гелевая текстура, довольно плотная, действительно пахнет классно. Я слышала, девчонки писали, что эта серия прям вот хороша по запаху. Вот как масочка выглядит на руке. Она довольно плотненькая, гелевая, прям такая густая-густая, не потечет. Но пахнет, правда, классно. Мне очень нравится аромат какого-то парфюма. Он не натуральный, конечно, абсолютно. Маслом там авокадо или еще чем-то не пахнет. Сейчас вот разношу масочку по рукам. Она, да, довольно питательная. Хорошо, такой продукт пригодится из всегда. Линейки Avon True NutriFact. Повторяю покупку. Мицеллярный освежающий скраб для лица, для ежедневного применения. Я его обожаю. Использую как умывалку на утренней основе. Он у меня недавно закончился, и без него прям утро не утро. Он действительно здорово освежает лицо за счет, не знаю, ментола, не ментола. Там много-много полирующих мелких частичек. Он похож по своей текстуре на гамаш больше, чем на скраб. Он тоже, кстати, приходит не запечатанный. Когда вы выдавливаете его, частичек никаких нет. Полностью такая вот белесая текстура. А когда наносите на кожу, эти частички откуда-то вот прям появляются. Их даже не видно на камеру, я пробовала вам уже передать. Но они действительно появляются. Вы знаете, они такие вот, ну... Не знаю, подойдут для чувствительной кожи или нет, но они действительно скрабируют. Они мелкие-мелкие, совсем крошечные, но угловатые, да, такие вот, то есть на коже, у чувствительной именно кожи может быть какой-то дискомфорт. Но мне вот этот продукт очень нравится, я его обожаю и повторяю уже второй раз. Взяла новинку, мицеллярку, Avon NutriFact тоже в большом объеме за смешные деньги, да, для всех типов кожи. Мне понравилась эта мицеллярка, она была у меня в объеме, по-моему, 200 или 250 миллилитров, я ее добила, она закончилась. Здесь... Такая вот крышечка довольно туго открывается. Мне нравятся больше такие крышки, чем та, которая в объеме 200 мл. Там нужно было откручивать, да, большую крышку и капать. Но это не очень удобно, когда взял, вот как бы мне нравятся вот такие, лишь бы не сломался. Дозаторы, да, скажем так. Мицеллярка тоже очень нравится. Хорошо очищает лицо, хорошо справляется, ну, не знаю, со средней стойкостью продуктами, да. Там водостойких особенно у меня нету. Но удаляет макияж без эффекта панды просто потрясающе. Глаза не щиплет, может быть, легкий-легкий дискомфорт, это если много на диск нанести, прям в глаз попадет. А так вот, мне она очень нравится, там 400 миллилитров, по-моему, за 100 с чем-то рублей, это шикарно. Два пробничка компания положила, всем кладет сейчас, да, это, не знаю, как правильно читается, вот эта мужская водичка, да, и Full Speed новая, синенькая, так, адреналин, вот.
Ароматы я описывать не умею, вам и так придет, кто занимается Эйвен, сами понюхайте, а мы потестируем, конечно, может быть, какой-то из этих ароматов придется. Знакомая мне заказала такую подвесочку, знак Дева, сейчас мы с вами откроем и посмотрим, как она выглядит, она разрешила... Из линейки там знаки зодиаки, я не помню, по фокусу или онлайн распродажи, где-то она была. Смотрите, украшение в пупырке приходит, да? Плюс еще здесь картоночки вот такие, да? И вот так выглядит само украшение. Здесь, наверное, 42 сантиметра, да? Я так представляю. Обычный замок вот такой и как бы запаска, скажем так. Здесь два кулона. Первый – это знаки зодиаки. Дева и второй капелька с прозрачным камешком. Вот так выглядят кулончики. Он черный, да, с камешками, причем камешки такие разного размера. И капелька такая вот обычная. Сама дева с обратной стороны. Вот как выглядит. И замочек. Вот обычный классический замок. Ну, симпатичная такая цепочка, в принципе. Дальше у меня заказики два блеска или две гигиенические, наверное, помады. Скорее всего, так вообще их три должно быть. Три, да, точно три. Так, одна у нас детская, Frozen. Вторая с клубничкой, это не моя. А у меня есть какая-то красная, не помню, с клубникой нет. И одну я взяла для себя с кокосиком. Смотрите, как тут интересно открывается. Они были не по такой уж прям сильной акции, 89 рублей, по-моему, но все равно. Мне очень нравятся эйвенские бальзамы. Они действительно восстанавливают кожу губ после матовых помад. Мне нравятся они гораздо больше, чем какие-либо другие, которые я пробовала. Так, это у нас кокосик. Вот так она выкручивается. Но моя почему-то не выкручивается. Правда. Она не выкручивается. Вот так. А пахнет классно. Не-а, не идет. Как жаль. Что ж с ней теперь делать? Давайте детскую попробуем хоть. Так, детская точно так же. Это из линейки Frozen для дочери. Та же самая система. Ой, он красненький. Ой, ну этот хоть выкручивается, слава богу. Сколько здесь у нас продукта? Ну вот, продукта достаточно много. Он еще крутится. Я прям дальше боюсь, слушайте. Во! Закрутим обратно. Розовенький. Пахнет классно. Есть какие-то отголоски туалетной воды Frozen. Ну и по питательности, я думаю, тоже он будет хорошим. Вот цветочек. Такой мерцающий оттеночек, да, розового. Это вообще вишня у нас. Но он вишней не сильно пахнет на самом деле. Прямо издалека отголоски. Больше классическая линейка, классический запах линейки Frozen. Ну классно, надо было себе такой же брать. Мой не выкручивается. Вот, что я с ним не делала. Не знаю, что-нибудь придумаю. Жалко, пахнет так здорово. Ну ладно, может, как-нибудь оттуда его достану, переложу в баночку. Так, дальше у меня, девчонки, смотрю по счет-фактуре, чтобы не ошибиться. Маскирующий карандаш. Ну, типа Natural, да, Fire оттенок у него. Natural Fire. Вот так выглядит. Сейчас я вам потом покажу. Нет, лучше. Вот как называется оттенок. Ну, сейчас мы с вами его затестим. Так, они у нас приходят вот так вот, людей, да? А так он просто черный, без надписи, без всего. И вот как он выглядит. Сейчас я вам сделаю сводчик. Можно, в принципе, попробовать его уже. Маскирующий карандаш. Я брала его, ну, что-то типа, знаете, консилера для высветления определенных зон. Но он высветляет, в принципе, да. Ничего, так неплохо. Какая у него маскирующая способность, покажет время. Потестирую, потом обязательно вам отзыв в Инстаграм напишу. Если подписаны еще на мой Инстаграм, ссылка всегда внизу. Так, и сводчик сейчас с вами сделаем. Но это такой, да, действительно натуральный оттенок. Может быть, будет слегка выбеливать. Вот как он выглядит так на сводче. Да, в принципе, такой натуральный, не сильно белесый, не темный. Фокус. Вот. Ну ничего, буду пробовать, тестировать. Вроде плотненький такой, мне кажется, должен перекрывать. Мы сейчас с вами попробуем. Вот у меня тут есть. Ну, знаете, нормально место. Со своей задачей справился в поры, не забился. Как бы, ну, ничего так, скажем. Он имеет, кстати, такой розовый подтон, нежели желтый или бежевый, да?
Поэтому будьте аккуратнее при выборе цвета. Дальше, девчонки, взяла из линейки Even True Color карандашик для глаз себе коричневый. Давно хотела взять, а сейчас были хорошие цены. Это у нас Cosmic Brown. Я не помню, брала я с блестками или без блесток, уже забыла, если честно. Вот так он выглядит. По-моему, да, без блесток. Обычный классический коричневый карандашик. Ой, он почти черный. Мне, конечно, хотел немножко посветлей. Вот сколько его. Всего. И сейчас покажу вам поближе. Вот свотч. Видите, какой он темный? Прям вот темный-темный. То есть это прям вот граница между коричневым и черным. Он практически черный. Ладно, всегда пригодится. Я хотела, кстати, попробовать прорисовать им слизистую. Будет ли он на ней рисовать? Да, девчонки, он рисует, причем рисует очень здорово. Мягкий карандашик, который вот для слизистой прям подойдет идеально. Действительно. Его хорошо видно. Надеюсь, он будет таким же стойким, как и все другие карандашики из этой линейки. Нет, для слизистой класс. Вообще супер. Так, поехали дальше. Что-то у меня еще в коробочке. Здесь должно быть однозначно много масок, потому что этот каталог многие ждали для масок. Видите, на одной у меня отпечатались какие-то буквы. Отсчет фактуры, наверное, не очень чистый флакончик. А, причем маска не моя. Непревзойденное питание. С маслом африканского дерева ши, питательная маска Avon Spa. Это у меня попросили заказать. Для сухой как бы кожи у меня питательной не хватит. Для себя я взяла маску для глубокого очищения против черных точек Clear Skin. Они все тоже приходят не запечатанные. Смотрите, это такая голубоватая субстанция, мне кажется, глиняная, потому что очень тяжело выдавливается. Прям такая ярко-голубая, я бы даже сказала. Да, такая вот текстура, как будто там есть глина. Запах приятный. Буду пробовать. Девчонки вроде писали на эту маску хорошие отзывы. Так, вторая. Тонизирующая гармония, охлаждающая маска для лица, спа. Я люблю на утро такие маски, типа бабушки Агафьи, которую я вам много раз уже показывала, и вот эту. Я надеюсь, что она реально будет охлаждать. Так, это у нас уже продукт гелевый. Такой слегка зеленоватый. Вот смотрите, маска подсыхает, кстати, Clear Skin уже, да? И действительно, здесь есть глина, наверное. Так, это уже гелевый продукт. Довольно плотный. Сейчас посмотрим. Я надеюсь, что будет охлаждать. Я очень люблю охлаждающие маски на утро. Пахнет классно. Так, дальше. Какие у меня масочки здесь еще? Так, Персив Дуэт. Туалетная водичка не моя. Просто покажу вам. Я вообще не знаю, как пахнет Персив. Персив Дью, а не Дуэт. Вот, она зафольгирована, кстати, приходит. Следующая маска тоже Clear Skin, черная маска для лица, сокращение пор и блеска в коробочке, да, вот все маски эти так, в том числе Clear Skin, это в коробочке. Тоже на нее девчонки писали хорошие отзывы, здесь даже есть инструкция внутри, вот так выглядит тюбик, тоже не запечатана, темно-серая, почти черная, да, субстанция такая. Сейчас у меня столько на руке всего будет, что она из себя представляет. Она такая не черная, а темно-серая, да? Пахнет приятно тоже. Да, у Avon все пахнет приятно. Нанести тонким слоем на лицо, подождать, пока она изменит свой цвет с черного на светло-серый. Сейчас посмотрим. Видите, какой цвет? Сейчас посмотрим, изменит она его или нет. Получается, что каким-то образом абсорбирует на коже, да, поэтому меняет цвет. Ну, интересно, будем пробовать. Тоже в Инстаграм отзыв напишу. Так, дальше моя любимая маска-пленка Planet Spa с икрой. А смотрите, тоже в коробочке. Это, наверное, Польша, да, изготовитель. Я не пойму, девчонки, я не понимаю, почему некоторые приходят в коробке, а некоторые нет. Наверное, те, которые без коробки, это Россия, а те, которые в коробке, это Польша. Я так подозреваю. Вот она. Я ее очень люблю. Действительно, обновление. Действительно, кожа у меня после этой масочки такая сияющая, очищенная, поры подтянуты, цвет лица такой красивый. Я люблю эту маску-пленку. Мне нравится, как она работает на лице. Это золотистые блески. Такие золотистые, да? Я вам потом руку отдельно покажу, каждую маску в отдельности.
И когда вы маску снимаете, когда она уже засохла, да, то все эти блестки остаются на вашем лице, потому что вы снимаете абсолютно такой, ну, мутно-прозрачный такой вот как бы слой, да, без блесток уже. Эти блестки остаются на вашей коже. Красиво, мне нравится. Так, и последние две маски – это Инью. По советам девочек, спасибо вам за это огромное, взяла антиоксидантную очищающую маску для лица с глиной «Заряд сияния». Она у нас, кстати, в фольге. Девчонки ее очень хвалят, говорят, что она тоже хорошо затирает поры, сужает их, выравнивает тон лица. Только сегодня на нее читала отзыв где-то, да, тут тоже инструкция, все как положено. В тюбике, кстати, 50 миллилитров, да, такой презентабельный. Мне вот именно эту маску очень давно хотелось попробовать, девчонки прямо ее нахваливали. Маска тоже не запечатана, вот такого серого цвета, очень-очень тугая. Я так думаю, что она плотная, будет тяжело смываться, я уже это предчувствую, да. Вот такая вот серенькая, красивая. Так, и последний, Инью, пилинг и сияние, маска-пленка для лица, который многие девочки сравнивали с вот этой, говорили, что вроде как одно и то же, а кто-то мне писал, что нет, все-таки вот эта вот классная, она лучше, она работает. Ну, протестируем, посмотрим. Тоже в пленочке, с инструкцией, в коробочке тоже, наверное, 50 миллилитров, да? Ну, наверное, да. Объем. А, 7, нет, здесь 75 маски пленки. Сейчас мы посмотрим и на нее. Ой, какая красота. Слушайте, я обязательно напишу отзыв в Инстаграм с этой маской на лице. Так, наносим ее тоже на руку. Блин, она красивучая такая. Нет, но они все-таки, конечно, разные, однозначно. Посмотрим на эффект. Так, что было еще у меня в заказике? Это каталог второй и аутлет. Фокус ничего вот это вот брать не стала. Обязательно полистаем с вами каталог попозже, поделимся отзывами. Он у нас будет... Так, ой, это третий. Девчонки, это уже третий каталог. Второй у меня где-то лежит. Третий каталог с 11 февраля. Так что вот так. Сейчас покажу вам все эти масочки поближе. Вот, девчонки, как они выглядят. Клеоскин глиняная вверху, да, уже засохла. Черная. Ну, я не скажу, что прям поменяла цвет. Мне кажется, она... А, вот, она подсыхает. Она подсыхает и становится по краям серой, видите? Так, здесь у нас маска питательная Kia. Так, тут серая антиоксидантная. Здесь блестит, переливается с икрой. И вот эта вот золотая маска-пленка от Инью. Красивучая. Ну вот и все, мои хорошие. Вот такой у меня был заказ по первому каталогу Avon. Мне все очень понравилось. Avon вообще всегда радует. Товары классные. Буду тестировать, делиться с вами отзывами. Вы тоже обязательно делитесь своими. Пишите в комментариях. А я с вами прощаюсь. До следующих видео. Пока-пока.